Делюсь интересной заготовкой на зиму из горького перца, особенно оценят те, кто любит острые. Перчики получаются жгучими, яркими и насыщенными по вкусу, отлично подходят в качестве закуски. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить горький перец на зиму по-армянски. Из зелени можно добавить еще базилик, если любите. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Перцы промойте, сделайте надрезы у основания. Для маринада влейте в кастрюлю воду, растительное масло и уксус, добавьте сахар, соль и лавровый лист, доведите до кипения. Проварите порционно стручки горького перца по 7-8 минут, во время варки лучше периодически их поворчать, чтобы они равномерно приготовились, затем выложите горькие перцы в отдельную миску. Подписавшимся, больше вкусностей. В маринад добавьте мелко порубленную зелень и измельченный чеснок, доведите до кипения. Залейте маринадом перцы, сверху поставьте груз, оставьте в холодильнике на сутки. Разложите горькие перцы по чистым банкам, прикройте крышкой, стерилизуйте 20 минут, затем закатайте баночки. Горький перец на зиму готов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нам понадобится: горький перец 500 грамм, кинза половина пучка, петрушка половина пучка, лавровый лист 2 штуки, чеснок 50 грамм, масло подсолнечное 50 миллилитров, соль 1,15 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, уксус 6% 100 миллилитров, вода 0,91 литра, количество порций 6-8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите на канал снова, котятки.